В ходе проведенных личных досмотров фрагменты дикорастущей конопли были изъяты. С одним из фигурантов был проведен осмотр места происшествия, где последний показал место сбора конопли. В ходе проведенного исследования, изъятого у парней наркотического средства, выяснилось, что масса после проведения исследования составила 127,2 и 91,84 грамм. В отношении каждого из парней отделом следствия и дознания возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значительный крупный размер наркотического средства. В отношении лица, по которому возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом Советского района города Орска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время данное уголовное дело с обвинительным заключением находится в прокуратуре Советского района города Орска. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.